Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 10 апреля – день счастья. Именно в этот день судьба благоволит каждому. В сегодняшнем видео вы все узнаете. 10 апреля нас ожидает очень благоприятный день, наполненный энергией, удачей и чистотой. День управляется 10-ми лунными сутками, которые активируют все, что связано с родом. Вы можете узнать что-то очень важное о своей семье, а также получить защиту предков. Наступает время самоанализа и приобщения к традициям предков. Очень важно посвятить хотя бы часть дня общению с близкими людьми, встретиться с родственниками и добрыми друзьями. Это приведет к душевному подъему и обретению дополнительных источников энергии. 10 луны день можно начинать что-то новое, особенно если вы хотите, чтобы ваше начинание просуществовало очень долго. По этой причине у вас не получится отказаться от вредной привычки, да и желания прекратить все отношения с определенным человеком сегодня обречены на провал. Зато вы можете притянуть в свою жизнь что-то хорошее, воспользовавшись этой особенностью периода. День благоволит любой деятельности, удача будет сопровождать буквально во всем. Вы ощутите энергетический подъем и прилив сил. Конечно, несмотря на всю гармонию, 10 луны сутки возможны и негативные моменты, но никаких неприятных последствий они не оставят и вскоре забудутся. Энергия дня бьет ключом, поэтому вы смело можете заниматься как коллективной работой, так и индивидуальным творчеством. Сегодня вам все по плечу. Везение будет сопутствовать в любой сфере деятельности. Не бойтесь совершать рискованные поступки, однако тщательно просчитывайте вероятности. При наличии грамотного планирования вас ждет невероятный успех. Контактность окружающих порадует. Любое общение в 10 луны день доставит вам огромное удовольствие. Встречи, знакомства станут полезными в долгосрочной перспективе и с большей долей вероятности перерастут в дружеские. Путешествия в этот день оставят новые впечатления и будут успешными. Командировки принесут компании прибыль и процветание, а все встречи обернутся долгим и плодотворным общением. В этот день доброжелательность, царящая вокруг, только возрастает. Самые сильные сутки в цикле Луны привнесут в вашу жизнь исполнение желаний и помогут в реализации любых идей. От вас потребуется сохранять душевную чистоту, поступать согласно внутренним убеждениям и проявить немного напористости. Во второй половине дня вы можете рассчитывать на осуществление давнего желания, насладиться реализацией планов, намеченных накануне. Однако, чтобы получить максимум пользы, необходимо с особым вниманием отнестись к деталям и старательно подготовиться к работе. В этом случае поддержка Вселенной гарантирована. Чтобы усилить воздействие положительной энергетики, в первой половине дня уделите время семье и жилищу. Поиграйте с детьми или просто наведите порядок в квартире. Проведите время рядом с любимым человеком. В этот период смело можно начать ремонт жилого помещения или строительство дома. Во всех жизненных сферах царит успех. Возможны неожиданные денежные поступления, а рабочие процессы порадуют своей продуктивностью. Отличное время для налаживания связей или открытия нового дела, особенно если вы планируете заняться семейным бизнесом. Взаимоотношения с коллегами выйдут на новый уровень, а советы и предложения, которые вы получите, приведет бизнес к процветанию. Творческий подход приветствуется, но не забывайте и о четком планировании, особенно во второй половине суток. День словно создан для знакомств и завязывания отношений. Сегодня вы предстанете перед собеседником во всем своем великолепии. Свидание пройдет идеально и послужит началом долгих и прочных взаимоотношений. Ну а если вы уже нашли вторую половинку, смело можно идти в ЗАГС. Ну а по народным приметам, 10 апреля отмечают День Илариона. Овны, празднующие день рождения 10 апреля, обладают волевым характером. Именно благодаря сильному характеру, яркости и независимости мышления у них множество интересов и друзей, но их сила заключается не в риске, а в моральной устойчивости. Серьезное отношение к делам и жизни в целом дает им возможность идти по намеченному плану и твердо стоять на ногах даже в непростые периоды жизни. Но их талисман – гранат. К этому времени в полях уже распускались первые цветы, но особенно славилась у наших предков мать и мачеха. Этот первоцвет почитался как за целебные свойства, так и за магические. Мать и мачеху заваривали и пили как чай от разных болезней, а также в профилактических целях. Совмещали с ромашкой, чтобы избавиться от бронхита. Наши предки считали, что мать и мачеха
цветок женщин и детей. Чтобы ребенок имел хорошую благополучную жизнь, срывали несколько цветков этого растения и зашивали в его матрас, а под кровать клали пучок свежей травы. Женщины и девушки знали о магических свойствах мати-мачехи. Обязательно 1 апреля собирали первоцветы на удачу. Вы в этот день можете сделать так же. Вы можете в аптеке купить мати-мачеху и у изголовья своей кровати положите на ночь немного первоцвета. Таким образом, вы привлечете удачу и избавите себя от проблем. Также в этот день, чтобы в доме не было ссор, криков и скандалов, делали следующую практику. Достаточно было насыпать первоцвета немного на тарелку и оставить на кухне на сутки. Но когда будете класть, скажите такие слова. Как блюдце круглое да гладкое, так и в моем доме тишь да гладь. Не будем больше ссориться, отношения выяснять. Волшебный цветок мне помогает, все ссоры из дома убирает. Говорим один раз и оставляете на сутки, а на следующий день эту траву можно вынести на землю. Также при помощи этого весеннего цветка можно было избавиться от воздействия нехороших людей. Это было актуально при посещении того, кто явно не желает добра или недоброго гостя, после визита которого на домочадцев обрушилась череда проблем и несчастий. В этом случае также 10 числа брали цветок мати-мачеха. Далее достаточно было немного насыпать у порога, внутри квартиры, и когда сыпали, говорили такие слова. Если враг ко мне близко подходил и зла с собой принес, пусть он назад возвращается, от меня отвращается. Цветами волшебными беду отведу, к себе гармонию и покой привлеку. Истина. Проговаривали один раз и оставляли также на сутки у порога, а потом просто сметали. Если сон в этот день яркий и добрый, то не нужно никому о нем рассказывать. Если же тяжелый и грустный, то это повод пересмотра своей жизни для дальнейших изменений, потому что такие сны говорят о том, что нынешняя ситуация не устраивает вас. В этот день успешными окажутся обряды, связанные с возвращением мужа, жениха, так как семейные ценности сегодня особенно сильны. Кроме того, хороший эффект окажут и магические манипуляции, направленные на привлечение достатка. От вас потребуется четко понимать, чего вы хотите достичь, и не использовать магию для забавы. Так, например, для возвращения любимого. Ссоры бывают у каждых. Как правило, они заканчиваются бурным примирением. Но иногда, когда влюбленный слишком упрямый или в дело вмешалась уже соперница, ситуация меняется и мужчина уходит из семьи. Вернуть его поможет ритуал, для которого понадобится 3 восковые свечи и его фотография, либо понадобится на листочке написать его имя. Все. Далее вечером зажигаете 3 свечи, кладете фото, либо листочек с именем. Когда вы все подготовили, на зажженные свечи вы должны сказать такие слова. Огонь любви нашей зажигаю, все ссоры неприятности в этом огне я сжигаю. Любимого себе верну, счастье в нашу сторону поверну, да будет так. Проговариваем 3 раза и оставляем свечки, пусть полностью прогорят до конца. Если остались огарочки, просто выбрасываем. Фото ставим на место, листочек тоже можно выбросить. Денежная практика на соленую воду. Вечером налейте большой стакан чистой питьевой воды и размешайте в стакане 3 чайные ложки поваренной соли. После того, как соль растворилась, сделайте 3 маленьких глотка, после чего скажите такие слова. Соленая да светлая вода, твою силу я набираю, достаток в свою жизнь привлекаю. От нищеты избавляюсь, богатством наслаждаюсь, истина. Проговорить нужно 3 раза. А затем этой водой побрызгайте порог, а остальную воду вылейте за порог. О своих действиях никому не рассказывайте. И также с помощью купюры в этот день тоже можно сделать легкую практику. Берите любую купюру, которая есть в вашем кошельке, неважно какого номинала. Далее на этой купюре вы должны нарисовать цифру 8. Когда будете рисовать, скажите такие слова. Купюра счастливая, мне деньги привлечет. Богатство в свою жизнь привлекаю, в свой дом к себе зазываю. Говорим один раз, все, этого достаточно. На 3 дня убирайте такую купюру в кошелек, а через 3 дня ее можно спокойно тратить. Такое действие обязательно привлечет вам денежные потоки.
И, как обычно, по традиции, перед сном каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговаривает такие слова. «Я открыта для всего богатства, которое может предложить мне Вселенная». Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будет благополучие.